Выстрел в голову истекающего кровью кота по кличке Соломон обнаружили в подвале жители Камышлова. Поначалу очевидцы даже и не поняли, что животное получило пулевое ранение. У него были такие глаза, он такими глазами на меня поглядел. Раз он зашипел, ему больно, я не стала прикасаться. Я говорю, пусть бывает же, что подерутся, что раздерутся, подерутся, что кровь пошла. Волонтеры доставили раненого кота в ветеринарную клинику в Екатеринбурге. Только там врачи обнаружили пулю и срочно извлекли ее. Сейчас четвероногий получает антибиотики и обезболивающие. Питаться самостоятельно он не может, так как из-за ранения у него сломаны зубы и челюсть, а также отсутствует край языка. Кто выстрелил в животное, пока неизвестно. Волонтеры уже обратились в полицию. А пока Соломону предстоит долгое восстановление. В ближайшее время, после того, как его состояние стабилизируется, его раночки очистятся, мы будем проводить уже второй этап лечения, пластику, шинирование челюсти нижней, которая сломана. К счастью, при получении пулевого ранения жизненно важные органы не были задеты.